Так, 30 августа 2020 год, Харьков, 19:09 по Киеву. И луна встает над горизонтом. Ждем, пока будет на небосводе виден Юпитер и Сатурн. Они сейчас аккурат правее Луны находятся. Троица будет красивая. Аристарх, да, кратер Аристарх уже виден, уже не в тени. Вот он. Так, а где же Юпитер? По идее уже должно быть скоро видно. Ладно, это дубль первый. Подождем несколько минут.